Здравствуйте, меня зовут Света. Сегодня я вам покажу, как правильно надо резать лук. Ну, на кухне как-то женщина должна выглядеть красиво. Я беру хитрость. Ставлю. Беру лосьюшку. Нужно, чтобы каждый мог выглядеть красиво, даже если режет лук. Я беру грейдер. Можем подкосить губы. А для кислоты можно лить послед. Убираем все с тобой. Я беру вот такую вот доску. Чтоб не испортить маленьких скатерть. Беру вот такую вот красивенькую досточку. Она должна быть такая же красивая, как у меня. Беру выкрасу. Беру ножик. Ножик должен быть специально для листьев оси. Теперь я беру, вырезаю дольцы. Надо вырезать дольцы обязательно. Потому что если не вырежете дольцы, салат получится или суп, который вы хотите сделать, невкусный. Беру вот так тоненько-тоненько нарезаю. Он должен быть таким тоненьким, что каждое блюдо могло найти свой. А если у вас начинают лечь глаза, его надо просто опласнуть в воде. И продолжаем дальше резать лук. И столько только нарезанного лука вы можете сделать столько блюд. Например, жареную картошку с тонким нарезанным луком. Например, суп. А может даже и какой-нибудь салат. Например, оливье. Или что-нибудь такое будет и так далее. А когда вам уже неудобно, его можно просто выбросить. И вы можете добавлять его куда хотите. Спасибо за внимание. С вами была Света.